Короче говоря, недавно в интернете я наткнулась на видео, где делают мягкую игрушку своими руками, и я поняла, что тоже хочу ее сделать. Ура, это будет моя первая игрушка! Короче, я нашла, где ее сделать, там было много голов для игрушек, и я долго искала, какую же мне все-таки сделать, и нашла, представляете? Далее мы пошли с пандочкой к аппарату с ватой, чтобы наполнить ею пандочку. И вот я тут стою и наполняю ее вот это таймлапсом, все ускорено. В общем, потом внутрь нужно было положить сердечко, чтобы, так сказать, оживить нашу пандочку, потом я немножко подверкала, прожала, представила, что я беременна. И самое главное, заполнила свидетельство о рождении моего ребеночка. Представляете? Ну вот, все, теперь у меня официально есть ребенок-панда.